Грабителей бабушек ищут брестские сыщики. В Столинском районе злоумышленники под видом медиков у пенсионеров похитили крупную сумму денег. Это более 7 тысяч долларов и 1250 рублей. Пожилая пара в один день лишилась сбережений, которые собирала годами. В доме на момент кражи была лишь одна 75-летняя хозяйка. По данным милиции, три гости представились медработниками и предложили доверчивой бабушке провести осмотр, медицинский осмотр. Этого времени вполне хватило, чтобы порыться в чужих вещах. Деньги хозяйка хранила под покрывалом на швейной машинке. Просто это то видно было, что она машинка может. А это ничего, оно завернено. Да нехай бы я разбелила по частям. А то ж положила все. И белорусская, и доллары. И все, теперь врагам на потиху. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Скажу, что с начала года это уже третий случай на Полесье, когда доверчивые пенсионеры впускают к себе незнакомцев и лишаются всех своих сбережений.